Здравствуйте, меня зовут Ирина, я из Москвы. Обучалась на курсах, онлайн-курсах Юли Белей. Сайт у нас «Мастера красоты», где даются уроки, которые проходят там на протяжении какого-то времени. Как я нашла эти курсы? Ну, листая, естественно, YouTube, там все там о ногтях, там чего там хотелось рисовать, хотелось чего-то там творить. И как бы была такая запись, где Юля рисует цветы. И очень быстро. Но я не знала, что это Юля Белей, что это плоская желтая кисть. Желтая роза. Вот. Что это плоская кисть, что это. Ну, я посмотрела, как это быстро и как это красиво. И как Юля сказала, что ой, да это чепуха дело. Ну вот, берете и все. И у вас все получится. Я как так все получится? Где Юля? Где Белей? Где это все? Где это кисти? Как это найти? Ну, начала гуглить. Прогуглив, да, я поняла, что это недоступно, потому что у Юли очень курсы разбросаны по всей стране, и ее никак нельзя там поймать где-то там в Москве. А если в Москве, то значит очень много людей, которые тоже хотят, и ты можешь не попасть. Вот. И тут как-то так все подвернулось, что были онлайн-курсы именно Юли Белей. Вот. Я сначала не поверила, думаю, ну все равно я на живые не попаду, думаю, хотя бы попробую эти курсы. Вот. Узнав об этом, я, значит, пошла на эти курсы. Первый уровень просто. Да? Первый уровень, да, и еще старенький там был уровень. Вот. Ну, думаю, попробую, не получится, ну ничего, все равно что-то там приобрету. Вот. Ну, пройдя курс, да, я была там вообще просто... Бежала с работы вечером, делала уроки, фотографировала в ночи. Марат нам подсказывал, как нам фотографировать, как правильно поставить камеру, свет подсветить, и все это, куда сбросить, чего не сбрасывается. Ну, в общем-то, все курсы были как бы комментированы. То, что нам было непонятно, мы могли спросить, нам помогали, и мы продвигались в своем мастерстве. Вот. Ну, пройдя первый уровень, я думаю, ну, достаточно, все, я молодец, умею рисовать, все. Но когда вышли второй уровень и третий уровень, где это же все, ну, раскрывается вот просто мастерство, просто цветы совсем уже другие, они очень сложные, как это понять? Вот. Ну, я не задумываясь, взяла еще два курса. Вот. И потом поймала Юлю летом. У нее были живые курсы Жостова. Я попала к ней уже там, немножко спросила, что там мне непонятно было. Она мне поставила руку, там все. Вот. Ну и еще хочу сказать, что курсов очень много. И совершенствоваться можно постоянно, потому что на сайте «Мастера красоты» просто там черпай знания, и это просто знания эти в удовольствие. Никто тебе не заставляет, никто тебе не стоит над твоей душой. Ты творишь и любуешься своими работами. Все, вот. Спасибо. Пожалуйста, спасибо. Всего доброго. Спасибо.